Привет, друзья! Как всегда, я с вами. Провели сейчас бесплатный ликбез очередной. Договорились о том, что будет еще ликбез скоро, и поэтому все готовьте зумы, вопросы. И, конечно, потом пройдем вебинар по вашим предложениям, по теме, потому что много там меня спрашивали на ликбезе. Еще и такие вопросы задавали. Как унять боль? И боль бывает в душе, а боль бывает в пальчике, и там в пальчике. А зум не приготовила и не смогла войти с этим вопросом. А для таких людей, как же я, не вижу ушиб пальчика это, или там еще что-то. Надо же обязательно видеть, подсказать. Мы не клиника, а школа. А я бы подсказал, какие приемы подобрать для себя, синхронизирующий, чтобы и в душе одновременно снять боль, любую боль в душе, любой стресс, и в пальчике, чтобы быстрее заживало, потому что наши приемы помогают включать внутреннюю аптеку. Там включаются гормоны нужные, там идет баланс, кислород больше в клетки мозга попадает, запас питательных веществ в клеточках мозга улучшается. Итак, да, пишите свои предложения сейчас под роликом, какой вы хотите на ликбезе, с чего начать на следующем ликбезе, и какой вебинар мы потом после него через несколько дней проведем, тему, или воспитание детей, или как снимать страхи опять, или как снимать душевную боль, или как открывать таланты, или как понять, чего ты хочешь. Ну, пишите, пишите, вот это все пишите. Потому что я обратил внимание, вот у нас в интернете, такой я делал ролик, посмотрите там на ютубе. Человечность – это созидательность, чтобы сохранить мир и разум на планете. Всего 569 просмотров. Больной пальчик больше интересует. Правильно, это понятно, потому что когда у вас стресс, вам ни до чего, ни до какой человечности. Там эгоизм, инстинкт самосохранения, внимание сфокусированное, зацикленное, какая человечность. Правильно, поэтому я и рассказываю о науке человечности. Друзья, это очень важно. Если человек не умеет снимать страх, у него не открывается любовь. Да, это и созидательность не открывается, конечно. Пишите, 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 пишите и готовьте их к ликбезу. Программку включайте себе зума, чтобы потом мы, как только начинаем, сразу выходить в зум. Мы туда сбрасываем ссылочку, да? Ссылочку, да? Как это делается, да? Зум. И начинаем. Сегодня всем понравилось, да. Я вас с этим поздравляю, какие у нас такие мудрые люди там сидят, а какие они человечные все. Как я вас всех обожаю. До встречи, друзья.